Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на краскопульт SIT-2080, сопла 1,3 мм, объем чашки 600 мл в AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео и нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 15 февраля 2019 года. Стоимость данного изделия $49.49. Бесплатная доставка в Россию. Но мы... Извините, товар распродан. Ну смотри, как это так, это самое. Некрасиво получается. Но все-таки я посмотрю стоимость доставки в другие регионы на всякий случай, да? Я уверен, это просто временное... Распродали товар, получается. Так, белорусы, бесплатная доставка. Так что, кому это интересно, он появится. Товар. Бесплатная доставка в Казахстан и Украина. Также бесплатная доставка. Ну вот, получается такой гаджет. По характеристикам смотреть нужно внимательно. Вот для автомобиля то, что нужно, покраска. Да, итак, вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента. Просто здесь вы за короткое время получите много информации, да? Если будете лопатить все это вручную, искать. Прослушали 3 минутки, все вам понятно. Если вам не нужен этот товар, вы его и слушать не будете, правильно? То, что я рассказываю здесь. Так что это не зря я делаю, я так думаю. А там пишите в комментариях.